Регулярные хоккейные турниры «Прорыв» – популярные юношеские соревнования, к участию в которых отбираются лучшие хоккейные клубы не только из России, но и со всего мира. Турниры проходят по всей стране и собирают такие коллективы, как «Динамо», «ЦСКА», «Крылья Советов», а также команды из Чехии, Швеции и Финляндии. Мы уже ездили на 2 турнира «Прорыв», которые проходили в Дмитрове и в городе Алексин. Занимали там 3-2 места. И вот это наш 3-й турнир «Прорыв», на котором мы участвуем. Всегда интересно поиграть с командами из других регионов, с других стран. У них может чем-то отличается игра, чем-то у них какие-то свои там фишки, все такое. В этом году турниры «Прорыв» проходят в Сергиевом Посаде на ледовой арене имени Сергея Федорова. С 16 по 28 августа проводятся соревнования команд юношей 3 возрастов 2002, 2006 и 2007 годов рождения. В возрастной категории 2002 года рождения за победу боролись 8 команд. ЦСКА, Крылья Советов, Северная Звезда, Подольский Витязь, Омский Авангард, хоккейный клуб Дмитров, Югра из Ханты-Мансийска и Юность из Минска. В игре команд Юность Авангард победу одержал Омский Авангард со счетом 4-2. Очень запомнились в 3-й и 4-й гол, потому что очень хорошо их разыграли. Как бы наигранная тактика была. Как бы очень старались выиграть. Выиграв у соперников из Ханты-Мансийска со счетом 8-2, третье место в турнире заняла команда ЦСКА. В итоге за первые и вторые места на льду боролись команды Югра и Витязи. Подольские Витязи разгромили Югру со счетом 5-0 и забрали золотой кубок «Прорыва». Следующие игры регулярного хоккейного турнира «Прорыв» пройдут с 21 по 24 августа среди команд юношей 2006 года рождения. Первыми на лед выйдут Рига и Крылья Советов. Матч начнется в 9 утра 21 августа. Роман Кренделев, Любовь Лукашина, Сергей Кошайкин. День города.